Это я на Камогорихе. Где-то Володя один работает. Вывозит спиленные уже на щурки. Вот пришел я. Мы закончили Симаковский. Или как его называем? Костровый пруд. Рыбу сейчас посмотрел. Килограмм это 3 попало сразу. Мелкого гарьяна. А Володя тут, видимо, выкосил. Я ему говорил с утра. И дрова вывозит. Вот он где. Так и есть. Грабли так и не нашли. Тут много овечьей шерсти. Наверное, мешка 3. А вообще-то здесь глубоко, вон внизу. Ну тут сколько, 5 метров, не меньше. Если не больше. 5. И здесь метр до воды. Ну, значит, остается 4 метра. Если здесь глубина 1,5 метра, там 2,5 еще только илу. Бог в помощь. Спасибо, Христос. Закончили. Ребят, где-то не видно что-то. Они должны были сразу подойти. У меня подозрение, что в мордушке кто-то лазит. Заброшено в другое место. Хлеб отдельно плавает, ни одной рыбки нету и прочее. В другое место никто не забросит, потому что... Ну, никто и не ходит, а там наши мордушки-то. Время без 20 час. Без 10 час? Без 20. Ну, вот 15 минут мы поработаем. Я сейчас буду тебя перебрасывать туда эти. На кем проще было это? А? Проще было нам пообедать, да потом сюда прийти уже. Ну, нет. Зачем же мы будем? Сначала до часу добьем. Давай. Пробивайся, там меньше будет уже. Я тебе говорил, пробить надо дорогу. Там, где, ну, можно. Видишь, сколько ты навозил. Мы там все закончили. И даже забили пазуху, которая с правой стороны, если оттуда смотреть. Там какие-то ветки лежали березовые, я их все повыкидал. Старая труха. Все хорошо работали, без приключений. Я тебе не буду мешать, пойду выкидывать туда дальше. Потом, когда там мы закончим, на храмовом, тогда будем просить какую-то машину и вывозить, чтобы кто-то повозил. Ну, главное, это мы толстые выбрали. Вот деревья тут такие растут. С этой стороны я просил убрать все, но и не видать сейчас ни одной. А теперь надо вот прокосить тут. Бурьян сплошняком был. И... А может, я траву сейчас буду выбрасывать. А ребята придут сразу в лодку и пускай ищут. Я палку привез им. Сам проверь, чтобы они ее прибили, привязали эти грабли-то. А то беспечность дороже всего для них. Вот так. Вот я где выбрал место рыбачить. Вот он прокосил, теперь щурки возит, складывает. Трудяга наш. У Надежды Васильевны взяли вот эту одноколесную, удобно. Нашу тележку тут не протащишь. И вот теперь дорога освобождается. Вот это же надо сделать будет и на том. Сергей Павлович позвонил, говорит, ну,
может не ходить? Я говорю, конечно. Это у нас сегодня 14-е, начало Успенского поста. Погода так, с облаками, прекрасная. Здесь все чудесное. Мы находимся в Потеряевке Мамонтовского района Алтайского края. И вот которые заходят, люди матерятся, там что-то другое на наши ресурсы. Для чего это показывают? Для того, показать, из чего состоит интересная жизнь. Вот оно как. Видишь-ка. Там надо будет потом убрать и туда кидать. Это перекидаю все. Тут по мне. О, селенка. Там, где камыш брали на шалаш. Видишь, это растет по-другому. Почему? То ли то, что мы срубили его 3 года назад, 4. Или это коров там гоняют. Ну, видно, что тут разница. Вот зелень-то какая. Вот она где. Зелень рядом. А дальше вот начинается. А дальше, потому что такой нигде нету. С чем-то это тоже связано. А это где находится наш лагерей, комплекс для бедных лагерей, против которого восстают нелюди. Что любыми путями разрушить, уничтожить. Столько пустующей земли, вон стоят эти, ну, остатки молочных ферм, там телят держали. Ну что, без всё. Пяти уже? А? Без пяти. Походим, все. Тележку куда-то загони маленько, травой прикрою. Лодка-то на месте? Я не смотрел. А надо посмотреть будет. Туда куда-то, вон туда, где ветки есть у дерева, туда подгони ее. Даже здесь, вот по Теряевке, и все время будь осторожен. Отсюда, видать, храм. Это Камогориха или лагерный пруд был. Мы его обиходили, он сейчас намного расширился. Почистить не удалось, потому что назначает цену совершенно не соответствующую действительности. Миллион. Грязь вычерпать миллион. Ну где же это в деревне было? 1000 человек миллион не зарабатывают. А здесь даже 3-5 человек. Ну, то есть так. Лишь бы, говорится, урвать. Никак это не годится. Никак. И не бесполезно говорить, там, что вот мы живем так, все с нуля. И... Все. Пойдем сейчас. Бери мои эти. Туда пойдем, я покажу рыбу. А ты свою тут амуницию можешь взять. Вот она висит. А там у нас на столбы уже заготовленные. Ошкуренная, много лет лежит. Вот здесь, чтобы не лезла скотина, сеткой арабиса загородили. Столько работы. Десятка работ перечислить можно на один день. Вот если бы сегодня закончили, мы сразу перешли бы на храмовый пруд. Храмовый. А здесь все нормально, как будто бы. Ну, утопили лопату и грабли. Лопату я утопил. Она обломилась, гвоздь, она выскользнула. Тут рядом бы только и взять. Нет, поплыли дальше, в другом квадрате совсем. И у меня подаренные были грабли самодельные. Хорошие грабли. Утопили. И вот сейчас ничего не даю им делать, только ищите и бороздите море это. Его звали раньше Гальян море. Всякое собрание вод называется морями. Вот так. Ой. А сидели в лодке-то Сергей с Виталием. Я тут кое-что припрятал. О! А ты это, смотри. Надо будет почистить.
пойдем домой, бери. Так, все.